Всем привет! Меня зовут Женя Гейн, и в этом видео я хочу показать вам фавориты этого лета. Продукты, которыми я чаще всего пользовалась. К сожалению, половины продуктов нет, так как они закончились, и я баночки повыбрасывала. Поэтому в этом видео покажу только часть тех продуктов, которыми я чаще всего пользовалась этим летом. Но я думаю, что даже этого будет достаточно, потому что их немало. К сожалению, лето закончилось, и я понимаю, что сейчас у всех начинается осенняя депрессия. И как вы избавляетесь от осенней депрессии? Напишите в комментариях, мне очень интересно будет почитать. Я думаю, не только мне, но и многим другим ребятам. И первое, что хочу показать, это очень-очень классный лак от фирмы China Glass, номер 867. Этот лак сейчас у меня на пальцах. Этим лаком я пользовалась практически все лето. Мне этот цвет безумно нравится, он очень красивый. И многие из вас делали мне комплименты и в YouTube, и в Инстаграме, что вам нравится этот лак. Просили показать, и вот я вам его показываю. Помада от Nauba 07. Если вы видите на моих губах, на фотографиях, то есть матовую красную помаду, знаете, что это Nauba 07. Конечно, в ней есть недостатки. Если ее очень много густо нанести на губы, тогда она начинает хлопьями отваливаться. Все это не очень красиво. Нужно постоянно смотреть на свои губы и следить за тем, чтобы все стояло на своих местах. Повторюсь, ее нужно постоянно поправлять, докрашивать, потому что вот в этой части она постоянно съедается. В первую очередь нужно следить и подкрашивать, ходить постоянно в дамскую комнату. Но это, я считаю, что не проблема, если вы хотите эффектно выглядеть. Следующими моими безусловными фаворитами являются вот такие два бронзера. Один от фирмы Мемиме, а второй от Хула. И я не могу определиться, какой мне больше всего нравится. На самом деле они оба практически идентичны, похожи. Мне понравилась больше всего кисточка, которая была в Мемиме. По-моему, это кисточка от вот этого бронзера. Благодаря этой кисточке я идеально наношу себе на скулы бронзер, контурирую свои скулы прямой линией, и очень удобно наносить именно вот такой тонкой длинной кистью. Я вам говорила, что я никогда не покупала себе Carmex, и наконец-таки, когда я его попробовала, я просто в восторге на самом деле, потому что я очень привередливо отношусь к бальзамам для губ. Carmex идеально мне подходит, очень мне он нравится, он очень классно увлажняет губы. Жалею, что я раньше не попробовала это средство. Следующее, то, что мне очень понравилось, то, что я вам недавно показывала в своих покупках в корейской косметике, это гидрофильное масло и гель для очищения. Это просто бомба. Гидрофильное масло снимает абсолютно любой стойкий макияж. Вот эту самую Наубу невозможно стереть просто так. Все равно эта краснота остается на губах. Но гидрофильное масло идеально все смывает. Гель для умывания с частичками риса. Это та же серия. Это вместе одна серия. Мизон от фирмы Мизон. Этот сет мне очень-очень нравится. Умывалка — это просто отлично. Нужно всего лишь немножечко, и мылится превосходно, очищает все прекрасно. Гидрофильное масло — это просто космос. Конечно же, я сейчас буду расхваливать Beauty Blender. Он очень-очень классный. Мне он очень нравится. Нравится, что он равномерно распределяет продукт по всему лицу, экономит продукт. Что нужно, он оставляет на коже. Все, что не нужно, он впитывает в себя. Этот спонжик очень крутой. И я очень рада, что он у меня есть. Еще, девчонки, многие из вас тоже часто спрашивают, что за помада у меня на губах. У меня от фирмы Bourjois Rouge Edition Velvet номер 06. Это помада матовая, на губах она яркая, цвета фуксии. Нравится именно цвет, он очень яркий и красивый. Поэтому, если вы видите на фотках у меня розовые матовые губы, то знайте, что это вот эта помада. Еще, девчонки, мне очень-очень нравится вот эта тушь от Хелены Рубинштейн. Она водостойкая. Ресницы с ней просто замечательные. Эта тушь не склеивает абсолютно ресницы. И реснички такие идеальненькие, хорошо прокрашенные, красивые. И тушь действительно водостойкая. Я знаю вообще, что на самом деле все туши, практически все туши от Хелены Рубинштейн очень хорошие, все их хвалят. Еще, как ни странно, этим летом я очень часто пользовалась этим парфюмом от Lancôme Trésor. Многие из вас знают этот аромат, он не новый, но он очень-очень вкусный, приятный, и он абсолютно не летний. Что самое интересное, он абсолютно зимний, осенний, весенний, то есть в холодное время года он очень-очень вкусного, приятно на вашем теле, но для лета он как бы был ярковат. Кстати, мне этот парфюм подарила моя подписчица на встрече
Вот. Еще, девчонки, я очень довольна палетка от фирмы NARS. Здесь именно три продукта в ней. Бронзер Лагуна, румяна Оргазм и хайлайтер. А особенно в этой палетке мне нравится хайлайтер. Он очень-очень мелкого помола, и его даже можно наносить днем. На лице он выглядит просто как, знаете, такой легкий поцелуй перламутровой бусинки. То есть его практически не видно, только такое сияние кожи, и он очень-очень мне нравится. Может быть, даже поэтому я люблю эту палетку. Ее очень удобно с собой возить везде, и ну хайлайтер просто бомба. Очень он мне нравится, и я всем-всем-всем его советую. И в этом наборе была вот тоже такая кисть для нанесения румяна. Она тоже очень удобная, я ей практически все время пользуюсь. Она небольшого размера, и в дорогу ее удобно брать. Буду расхваливать опять тональную основу от Буржуа. У меня это Healthy Mix. Я его купила, потому что не было моего любимого One Two Free Perfect. Вы знаете, что я им пользовалась до этого крема. И я решила попробовать вот этот тональный крем. Он мне тоже очень понравился. Вообще, мне очень нравятся тональные основы от фирмы Буржуа. Ну все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!